соперники позади, его механик вышла в торжество потрясающе! Но что это? Хадсон Хорнет потерял управление! Хадсон Хорнет потерял управление! В последний миг торжество обернулось трагедией. Мы будем ждать известия о состоянии Хадсона Хорнета. Хотелось бы верить, что после такой страшной аварии сегодняшняя гонка не была для него последней. Чё, хочешь быть первым? Авария на третьем повороте! На, споткнись, Маквин! О, куча мала позади лидеров! Раз я обгоню тебя! Только не это! Пора! Ну, держись! Камину спалил двигатель! Это странно, он всегда предпочитал риску точный расчет. Примит номер 10, обгонец! Сколько обидных прозвищ! Колымага, гроб на колесах, корыто, жестянка, телега, тарантайка, рыдван, драндулет, ведро! Но всякому терпению приходит конец. И сегодня, друзья, мы с этим покончим. Авария на мосту Фортуны! О, нет! Ты не бразильянка, Карла Ганьял! Еще один задымил! Номер 9, Найджел Газли! С этого дня ваше некогда позорное имя зазвучит гордо! Нет! Слава Федорам! Ой, потери управления, 7-й номер, всю на дороге! Куда они рванули? Что такое? Что происходит? Ну и ну. Эй, Маквин, как дела? Не переживай, ты хорошо поездил на своем веку. Можно и на пенсию. Шторм вырывается вперед. Невероятно! Маквин встает! Он уступает! Маквин отстал! Впереди столкновение. Держи левее, ближе к центру.